Тем временем Никель может стать региональным центром приключений. Команда петербургских архитекторов, маркетологов, инженеров и экономистов проанализировала потенциал развития туризма в Печенском округе и предложила в окрестностях приграничного поселка создать большой парк экстремальных развлечений и активного отдыха. Сначала специалисты проанализировали общие тренды развития туристического бизнеса в стране, затем сопоставили их с возможностями территории и конкурентным окружением. И пришли к выводу, экологический, событийный, паломнический туризм может быть хорошим дополнением, но настоящим драйвером развития территории должны стать приключения. Концепция состоялась, концепция определена, потому что вот те этапы, про которые мы говорим, она уже прошла. То есть сегодня ребята-разработчики, наши партнеры, наши друзья, они представляют ту концепцию, над которой была проведена большая работа 1,5 года. То есть это как бы финал и переход уже в другой формат, уже в практичный формат именно привлечения инвестиций под этот проект. Концепцию, разработанную по заказу центра «Вторая школа», разработчики представили онлайн. Они предлагают организовать к западу от поселка горнолыжно-велосипедный кластер и центр водных видов спорта. К востоку — полигон с тиром, веревочным парком, сталкер-зоной, площадка для лазертага и трассами для монстр-траков. У нас не было задачи вот эту концепцию рассматривать в открытом космосе. Мы рассматривали этот приключенческий курорт в контексте того, что рядом у нас есть поселок Никель, и в этом поселке у нас реализуется целый ряд других проектов. Что касается объектов размещения, там гостиницы, гостевые домики, они у нас в концепции заложены, определенным дефицитом, осознавая, что все-таки мы рассчитываем, что часть инфраструктуры для размещения, она будет непосредственно в самом Никеле. По оценкам авторов, на создание базовой инфраструктуры для парка приключений потребуется около 1 миллиарда рублей. Реализация концепции позволит привлечь в Никель до 250 тысяч туристов в год. Несмотря на то, что, может быть, она где-то такая, кажется, футуристическая или сказочная, но точно ее можно реализовать. По моему мнению, очень правильное направление было выбрано. Я хочу сказать, что там кто-то у нас, Териберка на такой романтике, экологии, природе. Печенский район, Никель может выбрать вот это направление, что позволит сосредоточиться и уже сегодня, этот вектор развития промтуризма, приключений, уже начинать его внедрять с сегодняшнего дня. Конечно, потребуется и дизайн-код, и все. И командная работа однозначно нужна. У нас успешный опыт есть привлечения финансирования федерального. Проект создания парка активного отдыха и экстремальных видов спорта в Никеле – часть программы развития Печенского округа. Она была разработана совместным муниципалитетом, властями региона и Норникелем для успешной социальной трансформации приграничной территории и ее адаптации к новым экономическим условиям. Максим Соловьев, Илья Комлев, ТВ-21+.